Ну а жители аварийных домов в Якутске получили ключи от новых квартир. Сегодня на улице Лермонтова открыли новый многоквартирный дом. По программе переселения из аварийного жилфонда из 348 квартир выделили 81. Как отметил глава города Айсен Николаев, есть уверенность, что программа будет закрыта в столице в срок. В скором времени свои двери перед переселенцами откроют многоквартирные дома на улице Бабушкина и Якутская. А те, кто сегодня уже получил ключи, спешат поделиться своей радостью. Когда нам сообщили, что вот нам, что я получаю эту квартиру, просто, знаете, было такое вот ощущение радости от того, что это происходит. Где-то, наверное, неделю назад мы узнали, что нам, что дадут квартиру. И на улице Лермонтова, представляете, почти что в центре города, это вообще просто такое счастье, говорю,